С 1 февраля жителей России ждет прибавка к различным выплатам, пособиям и компенсациям. Увеличение будет почти на 12%. В общей сложности планируют проиндексировать более 40 мер социальной поддержки. Среди них пособие при рождении ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, материнский капитал, выплаты ветеранам и прочее. С учетом индексации размер мат-капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит 776 тысяч, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году. Напомню, обратиться за назначением пособия можно через портал госуслуги.